В 1911 году 28-летний Фрэнк Марс на деньги, заработанные от торговли сладостями, которой он занимался с 19 лет, открывает совместно с женой собственный магазин. Кондитерская лавка располагалась прямо в доме Марса, а торговля велась через окно кухни. Ассортимент кондитерской лавки состоял из конфет с разными начинками, которые Фрэнк и Этель лепили вручную. Как-то раз Марс со своим сыном прогуливался по городу, и сынишка попросил отца купить ему шоколад. В те годы шоколад продавался только на развес. Это создавало неудобства, особенно в жаркие летние дни. Шоколадом, быстро таявшим на солнце, можно было легко испачкаться. В этот миг Фрэнк задумался, а что если... И это «если» воплотилось в небольших ломтиках шоколада, которые были завернуты в фольгу. В итоге шоколадный батончик под названием Milky Way становится хитом продаж молодого предпринимателя за считанные дни. В 1925 году новый батончик был признан лидером на рынке шоколадок. Продажи неуклонно растут, и компания развивается далее, открывая новые рынки для продаж.